6? Да. Сосала или не сосала? Юля, у меня к тебе сразу вопрос. Как ты относишься? Всем привет! Из ЦДК, и с вами я, Андрей. Поехали! Эпиляция. Когда я слышу это слово, то в моей голове сразу возникают картинки кричащих от боли девушек, которые открывают от своего тела какие-то цветные бумажки. Я решил разобраться, действительно ли это так больно и что испытывают девушки во время. И сегодня мой мега-испытатель Юлия Квин. Юля, у меня к тебе вопрос. Как ты относишься к волосатой груди? Мужской отлично, женской не очень. Существует женская волосатая грудь? Ну, давай опустим. Хорошо, вот у меня такой вопрос. А вот 300 лет назад чем делали эпиляцию женщины камнем? Брали острый камень. Камень, мне кажется, это очень больно. Может быть, это была какой-то лист? Брали лист и смола, она липкая, и смолой просто сдирали. Думаешь, огнем? Да, просто поносили к костру. Мама, мужики, я готова! Это было бы очень больно, мне кажется. А мне кажется, нет. Это чем... Хотя, может, они... Да ничего страшного, это запах женщины, вот. Хорошо. А не так давно был какой-то тренд колготки с принтом волосатых ног. Ты помнишь такой тренд? Нет, а мне кажется, я, кстати, такой тренд не помню, я вспомнила, что совсем недавно этим летом был модный купальник с волосатой. Да, женский купальник с волосатой. С мужской волосатой груди. У нас в клинике ЦДК нет восковых полосок, но у нас есть очень эффективный способ. Это диодная лазерная эпиляция. Диодная лазерная эпиляция. На аппарате LightShift Duet мы можем тебя. Ну что, друзья, прямо сейчас мы отправляемся делать мне эпиляцию, и все эмоции вы увидите. Смотрите внимательно. Да ты больной, блин! Друзья, я вот практически готов к тому, чтобы ощутить на себе всю мощь лазерной эпиляции. О! Ач! Давай. Ты долго не держи. О! Давай, готов? А что, все, типа, вот это ты прошла по груди и все? Это ты воняешь, мой друг. Ну что, друзья, лазерная эпиляция пройдена. И я хочу сказать, девушки, вы преувеличиваете, это не так больно, это даже порой приятно. Смотрите обязательно следующий влог и задавайте свои вопросы. Не забывайте, пожалуйста, про лайки. Друзья мои, это я в ЦДК.